Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Алло, друзья, привет. Я Антон. Сегодня я делал фотки для Фейсбука, ВКонтакта. Мне в этом помог мой друг, который занимается фотографиями. Зовут его Роман. Роман, поприветствую моих друзей. Всем привет. Роман, как ты считаешь, нам удалось бы сделать хоть пару хороших фотографий? Я думаю, парочку получится. Цветочек хороший. Роман, главная задача была в том, чтобы сделать образ наиболее приближенный к жизни. То есть показать то, что я ни в коем случае не бот, а реально существующий человек. Ну, это получилось. Я для тебя ничего не требовал. Как ты вел себя перед камерой? Я понял, так и фотографировал. А вообще, Роман, скажи, что ты вообще обо мне знаешь? О тебе знаю. Ну, я думаю, что ты настоящий джедай. Друзья, хочу сказать, что с Ромой мы знакомы, ну, большое количество лет, потому что мы с первого класса с ним, а он занимается профессиональной фотографией. То есть, если у вас будет шанс когда-нибудь попасть к нему на фотосессию, обязательно будьте. Всем до свидания. Пока. Скоро я вам расскажу о своем главном приключении этой весны. А куда? И это все потом. До связи.